Вам много окажется по плечу. Вдохновение и творческий подход позволят найти оригинальный способ решения задач. Ваши идеи будут высоко оценены руководством и благотворно скажутся на вашей деловой репутации. Примерно так звучит мой гороскоп на сегодня. Я, к слову, Скорпион, и, честно сказать, во все это не верю. Ну, не может расположение планет как-то влиять на нашу жизнь. Что на этот счет думают улан-удэнцы? Попробуем узнать. Как начался ваш день сегодня? Мой день начался отлично, потому что он начался не с понедельника, а со вторника. Как начался ваш день? Ой, спасибо. Никак, наверное, еще. А верите в гороскопы? Вообще? А почему? Да просто не верю. Ну, 50 на 50. Я не верю в гороскопы. А почему? Не знаю. Мне кажется, они все пишут только позитивные. Читали гороскоп свой сегодня? Слушала. Верите в то, что скорпионы противные максимально? Может быть. А вы сам противный? Нет. Я самый милейший человек. Алису купили, вот послушал. Давайте вот зачитаю вот гороскоп на сегодня для вас. Вот вам станет легко располагать к себе окружающих благодаря возросшему обаянию. Вот. Ну, благодаря, может быть, новой шапочке обаяние возросло. Будьте внимательны. Вот первое предложение. Но это ко всем можно интерпретировать как-то. Уверенность в себе и деловое честолюбие пойдут вам на пользу. Это про вас? Да. Что вам сегодня предсказали? Удачи. Кстати, у нас есть особый прогноз, который точно сбудется. Самый залайканный комментарий под этим видео во ВКонтакте получит комбо-набор от наших друзей «Ножки-крылышки». А мы тем временем поздравляем победителя прошлого выпуска. Приятного аппетита! Гороскоп — это же про положение планет где-то там, которые влияют на нас. Вот как вообще это может работать? Ну, это надо изучать. Так конкретно сходу ты не скажешь. Ну, наверное, как-то влияет. Большинство людей верит. Не просто же так. Наверное. Серьезно? Ну да, я не исключаю этого факта. Никакие факты нельзя исключить. У них, мне кажется, это на каком-то генетическом уровне, что должны во что-то верить. Не знаю, как это объяснить. Им охота верить. А во что вы верите? Любовь, доброту, дружбу. Ну, то есть гороскопы – это, ну, все-таки ерунда немного. Да. Определяет жизнь вот Господь Бог и сам человек. Все. А там, если будешь всех слушать, что соседка сказала, что гороскоп написал, тут крыша поедет. А верите ли в гороскопы вы? Самый залайканный комментарий под этим видео во ВКонтакте получит комбо-набор от наших друзей «Ножки-крылышки». С вами были Дож Себеданов и Сарёна Нанзатова, телекомпания АТВ. А я?